себе бы пожелала. Она и продала бы его, потому что ей трудно было собраться. А так его, ну представьте, вот жила бы она в нем, например, до глубокой старости, одна старушечка, да, но все по городу, там, Петрозаводску поразъехалась, и постепенно этот дом бы у нее пришел в такой уверенность. А так, по крайней мере, она до самой смерти своей видела, что он в хорошем состоянии, и музей за ним смотрит. Крест слушает.